На территории Светлогорского района сегодня утром зафиксирован разлив нефтепродуктов на расстоянии от Светлогорского водозабора до хутора Громки по правому берегу реки Волги. В настоящее время прокуратурой с привлечением специалистов МЧС, Главного управления России по Волгоградской области, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, а также лаборатории ЦЛАТИ проводится проверочное мероприятие, направленное на оценку площади разлива, а также размера причиненного ущерба и ведется поиск вероятного источника загрязнения. Подготавливаются боны, которые будут заводиться, чтобы пресечь розлив нефтепродуктов дальше по устью Волги. Значит, далее будет при помощи сорбирующих веществ обработан берег Волги. Будет происходить сбор грунта и вывоз на полигон для утилизации.